вышел на первую тренировку с командой как после травмы. Второе упражнение, и была борьба в углу. И встретился я там с Даней Гололобовым. Можно сказать, почти прямой тезка по имени. И Даня решил мне немножко поправить улыбку. Как бандит будет через дух плеваться. Я не специально это сделал, это просто борьба, это хоккей, вот, все возможно. Также он не мог попасть, тоже сломать зуб, но мы друзья, так что все хорошо. А может просто снег? Спасибо тренерскому штабу, руководству, что дали полноценно провести Новый год с семьями. И мы хорошо отдохнули и головой, и с родственниками, да. И поэтому тяжеловато немножко было, потому что немножко потеряли игровой тонус. Вот, но все равно на характере выиграли, вытащили этот матч, это хорошо. Вот, сегодня ситуация чуть другая, готовимся в штатном режиме, поэтому... Я думаю, при правильной подготовке проблем не должно быть у нас сегодня. Мы хотим оставаться на первом месте, и поэтому нам нужны очки. Главное – хорошо настроиться, подготовиться правильно к матчу, и тогда будет все хорошо. Сашка Судницын действительно переходит на тренерскую работу, скажем так, он... Остаток сезона будет где-то между тренером и действующим вратарем, потому что Смолин еще может играть за молодежку. Вот, и те игры, которые там необходимо будет провести в молодежке, мы его будем отправлять туда, а Сашка будет переодеваться третьим вратарем. Ну, поступило предложение от руководства «Металлурга». Съездил домой, посоветовался с семьей, ну, так скажем, коллегиально приняли такое решение. Он пока между тренерским штабом и вратарем, будем так говорить, что играющий тренер. Пока так, потому что, не дай бог, кто-нибудь получит травму, то Саша будет опять тренироваться с командой и одевать вратарскую форму. Все будет зависеть, наверное, от нашего положения. Как бы не могу сказать ни да, ни нет. Я в любом случае должен быть готов, если, не дай бог, что-то случится. Ну, мы, в принципе, общаемся, обсуждаем какие-то моменты, общаемся с Клемом, постоянный диалог, с ребятам что-то стараюсь подсказать. В принципе, все, всегда обсуждаем все какие-то наши детали, моменты по игре и где-то по психологии. Саша опытный вратарь, очень много поиграл и... Еще раз повторюсь, что с его приходом, я не умаляю достоинства Клема Махорича, и Илюха Набоков заиграл по-другому, раскрылся по-другому. Я вижу, что он очень много ему помогает, как ветеран, как отец, как опытный игрок. Поэтому он очень много дает нашим молодым вратарям. Все тренера вратаря, с кем посчастливилось поработать, примерами, да, для меня являются, у многих учился. Конечно, ну, в первую очередь, мой первый тренер вратарей Александр Анатольевич Кулаков, Константин Власов, и Фарид Закиров, Сергей Наумов, Костя Константин Штрахов и Алексей Митрошин, Сергей Звягин. Боюсь кого-нибудь забыть, но, в принципе, ну и Клем, конечно, сейчас со всеми, с кем поработал, старался что-то для себя новое подметить, у всех учился, поэтому от каждого тренера что-то взял.
порядочный человек и хороший вратарь в этом силу. И еще Брака Смолин спасает! Чуть-чуть волнения было перед началом матча. Так в игру вошел и пропало волнение, спокойно играл. Санька, блин, молодец, что он выручил, считай, сегодня нашу команду, играл очень хорошо. Дай бог, что продолжал в том же духе. Обычно, да, там молодой вратарь, да, Сашка Смолин, это на такие игры выходит, и обычно ему команда помогает, да? Ну сегодня просто ему еще осталось гол забить. Красавчик, я никогда в нем не сомневался. Это мой друг лучший. Я рад за него, что у него такая первая игра. И да, конечно, плохо. С одной стороны, что не на сухаре, но он два периода нас держал в игре. И как сказал уже главный тренер, ему осталось только забить в этой игре. Саша Смолин молодец. Все сказали уже. Минулин, это гол! Артем Минулин забрасывает свою первую шайбу в сезоне. Вот так. Какой важный гол забивает защитник «Металлурга», который до этого в сезоне никак не мог отличиться. А теперь в 35-м матче шайба в воротах Бердина, и «Металлург» отыгрался 1-1. Было небольшое напряжение, так сказать. Но хорошо, что забил, там смогли переломить. Рад. Силатев шайбой, Гребенки чуть левее, Кодин там же, Гребенки, шайба в воротах, это 2-1. В нашей зоне перехватил пас от соперника, вот, побежали в контратаку 2-1. Ну, там уже подкидку дал, а там Греба с лету дал ее. Смолин останавливает за своими воротами, Хабаров по стекло, вышла шайба за синюю линию, Юров на пустые ворота, Юров, это 3-1 за 40 секунд. До конца третьего периода «Магнитка» забивает. Там просто повезло, шайбу остановил Макар Хабаров по стеку сильно забросил. Повезло, потому что так и выскочило, она прямо на клюшку нашу забила. Просто увидел, что шайба пошла, и они пошли не особо такое давление. Осталась дыра в центре и просто побежал. Гребенкин против Бердина. У них была там небольшая перепалка. А теперь Гребенкин реализует штрафной бросок. Дубль! Тяжелое начало было. Пропустили гол, соперник где-то откатился, пытались забить, и чуть-чуть где-то не получалось, не везло со скоками. В третьем периоде хорошо, что переломили, смогли забросить шайбы. Первые до периода были тяжелые, потом команда завелась, забила 4 гола и выиграли игру. Хорошая игра была. Не забивали свои моменты, в принципе, это много играли в зоне, и в конце концов хорошо, что там шальная зашла и пошло-поехало. Очень много контратак со стороны соперника, вот, но нашли себе силы в третьем периоде и переломили ход игры.